Здравствуйте, друзья! Сегодня я приготовлю творожную запеканку. По этому рецепту запеканка получается очень нежной, невероятно вкусной, а продукты для ее приготовления нужны самые простые и доступные. Мне понадобится 3 столовых ложки сахара, 3 куриных яйца, 4 столовых ложки без горки манной крупы, 1 пакетик ванилина или ванильного сахара, 3 столовых ложки сметаны, у меня сметана 15% жирности, щепотка соли, 60 граммов сливочного масла, это 3 столовых ложки, 500 граммов творога. У меня творог домашний, весовой. Если у вас нет весов, взвесить творог, просто отмерьте 2,5 200-граммовых граненых стакана творога и получится 500 граммов. Сливочное масло растопила в микроволновке и отправляю его в глубокую миску. Добавляю к маслу 3 столовых ложки сахара. Щепотку соли, это примерно 1 третья чайной ложки. 3 столовых ложки сметаны, у меня сметана 15% жирности. 4 столовых ложки без горки манной крупы. Один пакетик ванильного сахара или ванилина. Все хорошо перемешиваю. Добавляю к этой массе 500 граммов творога. Сюда же отправляю 3 куриных яйца. И все хорошенько пробиваю блендером. После того, когда получилась однородная кремообразная масса, взбиваю ее миксером минут 10, чтобы масса получилась более пышной и еще более однородной. Смазываю форму сливочным маслом. Размер моей формы 25 на 15 сантиметров, высота бортиков 5 сантиметров. Выливаю получившуюся смесь в форму и аккуратно распределяю. Эту запеканку я выпекаю при низкой температуре. Ставлю форму в духовку, разогретую до 160 градусов, примерно на 1 час 15 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой, когда запеканка полностью подрумянится. Прошло час 10, и я достала запеканку из духовки. После остывания запеканка немного оседает, но это нормально и на вкус абсолютно никак не повлияет. Запеканка по этому рецепту получается нежнейшая и очень вкусная. Ее любят и дети, и взрослые. Такая запеканка хороша и в теплом, и в холодном виде. Подавать ее можно с джемом, с вареньем, со сгущенкой. А я очень люблю такую запеканку со сметаной. Друзья, обязательно приготовьте такую запеканку, а я желаю вам приятного аппетита, здоровья, благополучия. До скорых встреч!